Приветствую всех на канале. Продолжаем пытаться набрать 2000 очков в драконьем драфте. Походу катка будет тяжелее. Хотя синенькие периодически выходят. Сколько человек уже перезаходил, и давно бы начали. Ух ты, три синих. Комната 700. Прикольно, придется попотеть. А твое восьмое место. Так, что мы имеем? Ну, наверное, так. Начнем. Еще раз эльфы у всех. Альянс нежити. Золото, альянс нежити, мощные кулаки. Золото. Походу гномы. Бьянка и Герик. Эльфов. Нафиг. Хотя Мацурон был бы лучше. Ладно, пока везет, но это только начало. Союз людей, гоблинов и нежити. В людей играем, честно. Хотя эльф, эльф. Что-то как-то непонятно. Кто за кого будет играть? Пока что вот так поставим. Танковать, может, пронесет. Здесь решил слиться сразу. Остальные пока держатся. А, вообще все в синие в итоге каким-то боком оказались. Ни туда, ни сюда. У нас их нету. Но тут, естественно,
Все пойдет в эльфов и союз зверей, что ли? Танкс. Танкс. Проигрывает, проигрывает. Неплохо. Неплохо, неплохо. Кого-то королева моли точно пойдет в эльфов. Брэд. Повержен. Дакот. Даст союз гномов, не даст. Здесь тоже на союз гномов играет. О, есть лугнет. Есть лугнеты. Гном это гора. Гном это гора. Качаем гнома. Вариантов нет. Давай лгнета. Бафы. Гоблином тоже через людей. Гном, гном, гном. Еще один Гринсворн. Он нам не нужен. Давай поставим. Пусть будет. Вот, это проблема. Есть. Повезло, если не нальется. Я бы тоже поменял на его гнетов. Еще пару гариков. Этих мильборнов. Лишний. Так, гном нам сейчас не нужен. И снова забываем нажать на галочку, как и все, в принципе. Каталах призывал. Людей. Раунд 9.
Есть один Гарик. Что ж нам так не везет-то? Больше ни у кого, в принципе, и нету. Ну да, ну да. Вот это нам, конечно, зачем? Сжег. Мы первый раз проиграли, да? На девяточку. Сразу третье место. Ищем Гэрики. Гэрик. Еще гном. Еще одна гномка и будет прям вообще ништяк. Но нам уже нужен еще кто-то. Этот сжигает. Печаль, беда. Что нам дадут? Кандалы. Кандалы — это хорошо. Хороший гном. Сильный гном. Будем надеяться справиться. И все уже. Не помешали бы вот эти элганетики. Гоблинов. Да уж. Гоблины. Чувствую, будет очень больно. Брать Ситри. Поставить. Чтобы заливало гоблинов. Иначе будет очень больно. Сейчас слили всю голду.
На гномов. Охренеть, не встань, да? Забав. Вообще, походу, кулаки. Гномы, гномы, гномы. Что-то они нас не спасают. Ни хрена эти гномы. На шестом месте. Тоже, наверное. Гоблины, блин. Чем мне на них так везет, на этих гоблинов? Слава богу, они сразу отлетели. На этот раз повезло. Надо копить деньжат. Либо кузнецов брать. Либо прям в Зевса идти. До Зевса надо еще дожить, блин. Броню гномов хоть как-то поможет, блин. Хрен вам личинка или опыт. Опыт. Тоже уже Элгнет. А этот переехал. Печаль, беда прям. На рельсе. Да, тут вообще. Все, забав пошел на воскрешение. Все. Драконы слили. Да. Походу это будет проигрыш. Двух дакотов еще брать смысла нету. Гарики больше не падают. Гнеты не падают. Прям цашка.
Сливаемся. Не пробиваем. Прикольно. Ну, хотят пробивать. Отбились пятые. Надо кого-то брать. Где всем? Стас. Извиняюсь за матом. Везет как утопленникам, да? Кого вот сейчас качать, наверное, из них? Поражение, 5 урона. Вариантов немного. Сливаясь в ноль, у него уже Афоня. С орденом этот пошел. Кузнецы. Короче, у меня самая слабая армия. С беспонтовой гномгарой, да? Хоть что-то радует, отбились. Это мы точно берем. Есть еще 12. Афонька. Качаем Афоньку. Хотя бы кто вот там. Ну и Альбертов надо будет забрать. Потому что союз магов плюс баф на интеллект. Лечение. Герой нам нафиг не нужен.
Вот это больно. Поражения начинают сливаться. Нам недолго осталось. Штейна нам брать вообще не вариант, пока не включаем этого. Берем Глухенштейна, поищем Зевса, если доживем. Каталах призывалоч. Отбились. Трое вылетели. Вот уже Зевс подъехал. Это плохо. По прокачке у него два Синенштейн. Как это так? Неплохо нас слили. Вот с три урона скандала, у него кулаки, скорее всего. Либо берем сейчас. Нам их некуда ставить. Ну, меня либо убивают, либо мы еще играем. Судя по всему. Зальет, нет? На последних издыханиях. Других вариантов. Просто нет.
Здесь все отобьются по-любому. Ну что ж, последний бой. Есть у нас никого. Нежити нету на поле. Дополнительное поле. Ангел. 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 Отчаянная попытка выжить. Ну, скорее всего, безрезультатная. Или все-таки повезло? Трик. Отчаяние не знает преград. Я просто всех порешал. Ну вот и все. Вот так вот играть с синенькими. Пятое место. Минус 30. Но я держался как мог. Еще бы что-то падало, кроме гномов. Ладно, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.